Приятно видеть. Так, ну что, сегодня у нас первое занятие в апреле, уже апрель, скоро лето, потом мы Новый год. Рад вас видеть. Вот. Хотел бы я сегодня, наверное, вот что поговорить, о чем. В следующий раз будем говорить о практике, а сегодня, наверное, я спрошу вас такую странную вещь. Как изменила ваша практика йоги, ваше отношение к самому себе? Такой простой вопрос. И вообще как-нибудь изменила или нет? Вот ваше изменение, значит, да, вот к самому себе отношение как-то повлияло? Или, может быть, к узнаванию самого себя, да, как-то нас сподвигло. Или к переоценке какой-то, да? Бывают очень интересные ответы на этот вопрос. Вот. То мы либо отношение к родным и близким, а теперь это по отношению к самому себе, да? Считаю до одного. Ну, что касается меня. Если вы думаете, пропустите, пожалуйста. На самом деле, тут, по-моему, есть что сказать, если хорошенько подумать. Достаточно короткий ответ. Просто те планки, которые я себе устанавливал, они размылись. Не то, что размылись, а сейчас. Ну, можно сказать, так исчезла жесткость? Или как? Не только жесткость, но и, скажем, в количественном каком-то отношении. Просто стал к себе относиться более мягко, не то, что мягко. Может, более стал предъявлять себе каких-то высоких таких требований, да, и сейчас вот как, ну, жизнь как идет, так идет, и стараешься, если какие-то возникают ситуации. То есть не втискивать ход жизни в русло своих представлений об этом, да? Ну да, верно, да. Стараешься к себе более мягко подходить, обходить немножко. Вот я заметил такую забавную вещь, когда приходит тебе заниматься. Ну, когда, может, проблемы не очень среднего такого калибра, да, не очень большие, то тогда я замечал, что как человек относится к себе, ну, к своему телу вот, в процессе занятий, так и относится в основном к окружающим. Вот такая забавная корреляция. Да, и вот когда, значит, очень беспощадно к себе, то, как правило, есть проблемы в этом отношении с окружающими, да? Так же настолько жестко. Интересный такой момент. Не всегда, но это часто заметно, на самом деле. Ну вот вы сказали все, да? Ну, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Ну, узнавание себя, да, понимание, наверное, своего поведения, то есть что является у вас источником по большей части, не всегда очень приятно. Меньше требований к себе, естественно, потом. И следовательно, к окружающим, наверное. Да. Что еще? Наверное. Это уже на уровне, наверное, какой-то либо интуиции, чувствительности, понимания того, как вот, что я могу сделать, да, если вот что-то другое не получается, например. Вот, и так. Ну, то есть. Контри вопрос. Сворачивание, ну, то есть изменение стандартного поведения, оно вот как правило приводит к каким-то вот таким интересным эффектам. Ну, то есть это больше узнавание, что я могу действительно делать. Три вопроса. На кто я, где я и зачем я? Да. Ну, тут еще этот момент, что у нас есть представление о себе, у каждого из нас, да? Как правило, мы представляем себе как? Ну, белыми пушистыми. Когда человек начинает практиковать его, через какое-то время он понимает, что у него такой белый пушистый, как он про себя думал. И становятся, так сказать, видны какие-то свои, ну, скажем так, стороны
тщательно от себя скрываемые. Так тоже бывает. Ну, вы помните, да? Как вот Данте, там, «Божественная комедия», да? То есть нужно спуститься в ад и пройти через него, чтобы потом выйти к свету, да? Или, как говорил один там средневековый товарищ, чтобы вершина дерева доросла до рая, нужно, чтобы у корня доросли до ада, да? Вот такой какой-то момент тоже существует. Не у всех, правда, он существует. Человек говорит, я, говорит, что-то себе перестал нравиться, да? А потом вроде, значит, понял почему, и потом стало легче. Такие моменты тоже бывают. Спасибо. Володь, есть что сказать? Да, просто продолжаю вашу мысль. Вот эти вот, я не знаю, как их назвать, теневые стороны. Ну, твои, допустим, личности, это когда... Ну, Юнга там это тень называется. Ну, да. Ну, я, да, в этом контексте. Ты когда замечаешь, да, ну, происходит определенный такой этап, когда, ну, борьбы, что ли, не знаю, не борьбы, ну, сложный этап переосмысления того, что, ну, ты действительно, как бы, ну, в своих каких-то там устремлениях не автономен, ну, как бы... В плане ты не реализуешь то, что тебе действительно хочется внутренне, где-то внутри тебя, что вот ты следуешь каким-то, не знаю, ну, таким вот инстинктивным, я не знаю, или каким-то таким вот. Или навязывание. Да. Либо вещам, которые вот там, может быть, в семье когда-то ты перенял там у родителей, может быть, там, у родственников. И ты, в общем-то, живешь не по своему сценарию, а ну, вот именно следуешь вот этой вот программе такой вот, развертывание ее. И просто когда ты себя ловишь на этой мысли, ну, это ну, такой очень сложный на самом деле момент, потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что как бы, да, это проблема, она есть в тебе, а с другой стороны, ну, нужно ее как-то что-то с ней сделать. Да, сойти с рельсы. Да, сойти с рельсы, да. И вот этот вот, вот эта вот фрустрация, которая возникает, ну, это ну, такой кризис определенный, ну, который впоследствии, если там удается его как-то пройти, ну, меняет восприятие, меняет многое в твоей жизни. Ну, да. Вот. Ну и второй момент, конечно, ты начинаешь видеть и чувствовать свой предел. Ну, как предел, то есть вот там, выше которого, допустим, ну, я просто по себе сужу, да, там, не знаю, ну, в работе, допустим, там, ты тратишь силы, там, в какой-то момент начинаешь просто постоянно там, себя там, расходовать, там, всячески там, добиваться какой-то цели, и в какой-то момент ты просто понимаешь, что ты бах, выдохся, а ну, результата нет, а как бы. Энергии тоже нет. Да, энергии нет. И как бы для чего? А с другой стороны, ты себя бьешь по рукам там, ну, периодически там. Сбавляешь этот оборот, ну там начинаешь присматриваться, искать какие-то вот такие вот. Ну, 20 лет, тебе кажется, что можешь все. Ну да, да. А потом бываешь одни всего. Да. Опять-таки, да? Не знаю, вот я этому все-таки вот меня в свое время учила море. Я как-то заставлял соображать. Когда еще был совсем, ну, там я лет 7-8. Я, по-моему, уже рассказывал, когда плывешь. С утра прекрасно так, как чесал горизонт вот туда, и тебе хорошо, плывешь, чувствуешь, что устал, ну, хорошо устал, повернул назад, блин, от берега еще столько же плывет, а сил-то уже, начинаешь соображать, прежде чем плыть, уже думаешь, бля, да сколько ж можно, да, чтобы хватило еще обратно, и вот как бы. Ну да, ты понимаешь просто свои возможности, да, там, элементарно, там, если это в профессиональной сфере, там, ты уже оцениваешь там, возможности по работе с каким-то там новым руководителем, например. Ты уже знаешь, сможешь ты с ним, допустим, как-то выстроить или не сможешь там, взаимоотношения, в зависимости от там, его психотипа. Ну, какие-то такие вещи просто, не знаю, которые, может быть, с опытом, можно там с пониманием. Короче, понимание пределов. Да, своего. Просто уже в зависимости от, ты уже там принимаешь решение. Там. Ну хорошо, если вовремя понять. Ну да. А то понял, а хода уже правда нет. Так ну бывает. Да, бывает, что да, вот она развилка и. Это печальный случай. Да, ты уже прошел.
постфактум понимаешь, что это была развилка, и, в общем, надо было немножко по-другому действовать. Да. Хорошо, спасибо. Настя, все это задумали? Ну да, такая сложная тема. Мне кажется, я всегда была очень неуверена в себе. И от этого была такая очень высокая самокритичность, требовательность какая-то к тому, что я от себя не могла как бы ожидать. Но со временем, наверное, пришло какое-то принятие, пришла любовь к себе, но еще не до конца, ну как бы я еще разбираюсь с этим. И, соответственно, от окружающих я тоже все время что-то требовала, не могла их принять такими, какие они есть, а сейчас я понимаю, что не стоит этого делать. Ну, конечно. Свои представления, чисто окружающие свои представления, какими они должны быть, это, конечно, всегда такой случай тяжелый. Как правило, не соответствуют, и даже не хотят. А втискивают, начинают сопротивляться. Спасибо. А кто у нас там спрятался? Ну, двигайтесь сюда. Ну, в моем случае трудно сказать, что повлияло только йога, потому что была еще работа с психологом, и все-таки, мне кажется, йога поспособствовала ускорению этого процесса восстановления. Появилось принятие себя. Очень трудно было научиться получать, скажем так. Научиться? Получать от кого-то что-то. Проблем отдать никогда не было. Взаимодействие было проблема получать людей, научиться получать. Ну, напомню вам все-таки Баратынского, да? Отдавать, получать это. Как он писал, делись со мной чем-то, что знаешь, а благодарен буду я. Например, душу предлагаешь, на коме счет, душа твоя, да? Это вот, опять баланс должен быть, да? Вот, и в принципе, как бы стало намного легче, и сейчас проще выстраивать жизнь вокруг себя. Хорошо, спасибо. Ответ принят. Ну, я могу сказать, что йога как-то увеличивает наблюдательность и, соответственно, как следствие, честность. По отношению к себе или к другим? По отношению к себе. К другим наблюдательность тоже как-то замечаешь какие-то вещи. Но сейчас мы обсуждаем себя, то есть видишь и плохое, и хорошее, вот, и плохого. Ну, к иудаизме же есть интересное понятие. Понятно, что добро и зло – это правая и левая руки Бога. И одно без другого не бывает, да? Да, что-то такое. И там можно глубоко до демонов ковыряться и бороться. Ну, как бы я не борюсь ни с чем, но просто замечаешь в себе и нелицеприятный. И, то есть, в общем, как вроде гармония, но видишь, что нет, конечно, не объем. Вот. Такая честность. Все. Хорошо, спасибо. Я думаю, вам есть что сказать. Я думаю, да. У вас. Ну давайте попробуем, хотя сейчас я вам сказала, что в процессе трансформации очень многие вещи приходят интуитивно. Я прекрасно понимаю, что у вас будут тоже свои пожелания по отношению к этому миру приводятся в соответствии со своим потенциалом. Я бы не сказала, что я привожу, потому что получается практически автоматически, потому что интуитивно. Приводится. А интуитивно что-то приходит и притормаживается. То есть вы начинаете, наверное, ощущать границы, да? Что вот мало что хочется, но вот не надо, потому что. Я бы даже не назвала это границами, просто не появляется желание что-то делать, как-то двигаться. Вот так сказать. Что касается стратегии, ее вообще, вот я ни от чего от себя не жду, ее нет. А тактика – это интуиция. Ну, понимаете, вот, например, как вот в мире, так сказать, животных, да, вот звери живут в лесу, и каждое вот, зверь он контролирует некое пространство, вот, которое может удержать, да? Это такие невидимые границы, да? И вот они как-то там договариваются. Вот понимаешь, что больше ему не надо, потому что он не удержит, да? Вот что-то, наверное, приходит такое здесь, что больше не надо, что ты не удержишь. Да, на гораздо более тонком уровне, именно тонком уровне, я не могу сформулировать. Хорошо, спасибо. Петр? Да, я пропущу, наверное, что-то. Не могу ничего сказать. Хорошо, спасибо. Владимир, мне кажется, что бы вы сказали, да? Что, во-первых, как бы, в принципе, какая-то сценарная обусловленность, она стала входить. То есть необходимость в каком-то собственном сценарии, она отпала.
и перфекционизм по отношению к себе, он, соответственно... Ну, это да, это самая большая штука, да. Он ушел, и как-то, как следствие, перфекционизм по отношению к окружающим, он тоже ушел. То есть проблема – это обычно не сама проблема, а ее восприятие. То есть неправильно. Есть такое выражение, что неправильно понятое приключение является трагедией, а правильно понятая трагедия является приключением. То есть, по большому счету, какие-то вещи, которые ну, хотелось забыть, может быть, в собственной жизни, они просто, они вдруг вспомнились, но и ничего в этом нету, собственно, такого. То есть, все в порядке. А текучка? А? А в текучке? В текучке просто реакция совершенно поменялась на контекст, на людей, на события. Какие-то объекты, которые раньше казались, что что-то тебе мешает, на самом деле все, что человеку мешает, это, наверное, он сам, когда он перестает сам себе мешать, в общем-то. Ну, наверное, там получается, когда начинает работать то, что мы называем интуицией, да? Угу. То есть, как бы, я не знаю, например, вот когда говоришь, да, Тима, тебе известно хорошо, и вообще, вот, ну, само общение, да, то есть процесс ее там как бы непрерывная, ну, как вот, я не знаю, как это сравнить, когда вот два этих там спеца великих по карате дерутся, как бы, да? Ну, они не дерутся, они как бы показывают. И вот они движутся, я помню, как это старая какая-то фирма, там бамбуковый такой столик, и вот там к ней он сразу, да? И вот они значит, дерутся, один, под ним, там все такое, да? Он не трогается с места, между ними все время вот такое расстояние остается. Чтобы они делали, друг друга не касаются, да? Вот получается что-то такое, что как бы, да, когда вот общаешься, и такой процесс непрерывного вот прилаживания, что ли, да, вот ты чувствуешь уже границу, и твое поведение отвечает существующему потоку событий. Ты все время отражаешь это адекватно, и ты не запинаешься, и тебе не трудно, оно само собой идет. Ну да, это можно сказать, как тебя поснесет куда-то, и, собственно, нет необходимости плыть, даже вот, может быть, так можно сказать. Но потом отпадает необходимость вызывать какие-то неэкологичные реакции у людей, потому что не потому, что ты задумываешься над собственными словами или над действиями, а потому что это само собой приходит. В этом нет никакой необходимости и потребности. Наверное, потребности это важнее. Ну и по отношению к самому себе тоже. Вы совершенно правильно сказали, что вот отношение к самому себе, отношение к контексту. Ну, коррелируется. Коррелируется, да. В принципе, есть в этом равновесие. И оно очень заметно. Хорошо, спасибо. Что, добавить, Антон? Ну, надо сказать, у меня врасплох осталось. Врасплох застал. Ну. Как и странно, мы да, никогда его не понимали, насколько я помню. Это моя задача оставить врасплох. Ну, наверное, я перестал с самим собой бороться, как я так сказал. То есть чего-то. Вы вчера хотели от себя или да, наоборот заставляли что-то сделать? Что-то, да, хотел от себя что-то, что, наверное, вообще смысла не имело хотеть. То есть представлял себе какие-то невозможные модели и видел у них себя. А вот, наверное, вот это вот исчезло. Вот это вот. Я помню французскую пословицу такую забавную. Говорит, даже самая красивая девушка не может дать больше того, что у нее есть, да? Ну, в общем, да, в каком-то смысле. То есть, ну, наверное, смирился с самим собой и стал тем, что я есть. Наверное, так вот, можно сказать. То есть перестал стремиться к каким-то недосягаемым вообще задачам ставить и смирился с, ну, да, с потоком, вот, который вот есть, он идешь уже, идешь. И направления, они скорее они тебе показываются, а не ищешь их своими мозгами, я бы так сказал. Ну да. Как бы. Но, наверное, тоже интуиция уже начинает работать. И... Она работает так, что ты просто перестаешь ошибаться. Ты не как бы не делаешь чего-то такого, перестаешь цепляться за этот мир, да? Вот так. Ну,
не ошибаться, наверное, в том плане еще, что не втягиваешься в какие-то предприятия, которые не стоят, ну, любые, да, втягиваться. Там работа какая-то совершенно для тебя чужеродная, например, или с каким-то компаньоном связываться, с которым вообще не стоило связываться, ну и так далее. Ну, да. Такие вещи. Интересно, спасибо. Чтобы снизить пафос, расскажу вам анекдот про просветление. Есть такой анекдот, когда вообще при социализме там были такие слова самообслуживания, да? Ну вот такие. То есть там берешься, да? И вот, значит, раз столовка сидит где-то, значит, заходит такой мрачный мужик, значит, берет борщ и выливает себе на голову. И берет второе, значит, кашу, компотом полил и ушел. Народ вообще в экстазе, мрачный такой. Второй день, третий день, на четвертый день собирается толпа. Просто толпа. И он проделал всю эту процедуру, выделяется, человек подходит, говорит, мужик, зачем ты это делал? Он так просветлел, говорит, вот такой я парень. Так, значит, такую ситуацию представишь себе, становится забавно. Ты создаешь про себя что-то, и это даже смешно. Как вот Высоцкого, смешно, не правда ли смешно, да? Кто-то хочет что-то добавить, нет? Расходимся, спасибо.